На своем стенде мы представляем продукцию производства ОХК «Уралхим». Это мировой лидер по производству минеральных удобрений. Представляем как крупнотоннажную продукцию, так и водорастворимое удобрение. В целом весь перечень наших услуг, в том числе новинку, это Digital Agro, сервисы для сельского хозяйства. В первую очередь, выставка – это очные встречи, это живое общение. И в первую очередь мы придерживаемся именно вот этих тенденций и живых встреч. Это с глазу на глаз обсуждение каких-то текущих вопросов. Соответственно, мы можем поделиться опытом именно здесь, в режиме офлайн, здесь и сейчас. Первый день прошел довольно динамично, много живых встреч, обсудили насущные вопросы с текущими клиентами. Каждая выставка – это всегда новые контакты, это всегда какие-то открытия для аграрии, в том числе какие-то открытия для нас. То есть мы выслушиваем, смотрим, какие тенденции идут по рынку. Сельхозхозяйство в Пермском крае активно развивается, люди готовы выслушать, люди готовы к открытиям, к новым технологиям. То есть по первому дню все прошло довольно динамично.